Помылись. Любит себя в порядок. Успокоились после кражи телефона. В общем, сейчас пойдем поужинаем. Что-нибудь вкусненькое съедим. Что-то давно не ходили никакие ресторанчики, ничего, да? Вот. Что-нибудь выберем, какой-нибудь ресторанчик, сейчас сядем на байк. Только мы втроем. Да, кстати, мы втроем. У нас вот Вероника заявила то, что вот типа я без подруги не пойду, говорит. Майя остается дома, они решили дома покушать, решили толченочки, сосисочки покушать. В общем, не хотят никакие рестораны, потому что они там толком ничего не едят. Поэтому она маленечко поднадоела эта домашняя еда, поэтому мы решили выбраться всей семейством. Вероника заявила, что я лучшую подругу не брошу, я останусь с ней, буду сосиски с толченкой есть. А просто ты почему? Ника любит еще сосиски с толченкой. А ты почему? В ресторан. Просто там еще будет десерт. То есть бойся. Ну, ясно. Я тоже хотела. Да и правильно, надо было. Но... Нравится? Транспорт, Полюша. Понравился? Большой. Я сижу прям вообще. Как на кресле. Как на троне, да? Как в машине. Выехали на такую вот набережную, здесь, посмотрите, море, и вдоль набережной тянутся рестораны, и прямо вот стоят, в общем, как помощники, вот такие вот, допустим, с меню они зазывают, и вот тянутся. И вот нам по рекомендации сказали, что вот здесь, в общем, вкусно, отведаем местную кухню. Здесь сразу же на входе морепродукты, можно, в общем, выбрать себе что-нибудь. Кальмары можно, креветку можно, устрицу можно. Вот такое можно непонятное что-то такое поесть. Вот такая штука стоит 188 юаней полкилограмма. Ого. То есть вот такой вот, не знаю, как его назвать, он килограмма на два, наверное, да, вытянет? Да-да-да. То есть одно блюдо будет там... Лена сегодня сказала, как хрен моржовый. Ну он выглядит как-то так, да. Мы, короче, выбрали, смотри, вот эти ракушки, они готовят с фунчозой и с чесночком. Очень вкусно. Мы их много раз брали. Потом рыбу с квашеной капусточкой традиционно. И омлет с креветками. Вот этим лестницам можно наверх подняться. Там еще, похоже, зал на втором этаже есть. Сразу же сразу же идет подача редиска квашеная. И... Квасен и арахис жареный. В общем, она нам помогает в пасту, думаю, прям в сервисе отвечает. За каждого клиента, видишь, борется, потому что конкуренции тогда много. Нам принесли вот эти штуки, как они называются? Как они называются? Не знаю, гребешки. Гребешки, вот, точно, гребешки называются. Чеснок, и фунчоза. Лук, фунчоза и соевый соус, кажется. Мне это все очень горячее. С пылу, и очень жару. Вкусно. И она прям в своей раковине готовится. Вкусно? Прям мясо, да? Вообще белок, классно. Да, прям? Да. Ну вот это то, что я сегодня весь день хотела поесть, понимаешь? Мечтала, да? Да. А как увидела эти гребешки, я их обожаю. О, пришли наши еще два блюда. Сесе. Подача такая хорошая, да? Слушай, я не ожидала, конечно, увидеть рыбу в металлическом тазике. Посудине. Но смотри, короче, какой бульон. Заказали наше любимое блюдо Санса Ю и заказали омлет с креветками. Как это вкусно. Горячо, наверное, да? Омлет с креветками, да? Вообще, да, огонь, да? Вкуснятина. Вообще вкуснятина. Он Катя мне прям... положила уже. И вот этот момент. Вообще мы стараемся как бы это блюдо, где попало, не есть, потому что у нас уже есть любимое кафе, которое делает это блюдо, и оно делает его шикарно, просто шикарно. И чтобы не разочаровывать себя, мы как бы в другие не ходим. Ну, что-то мы как-то соскучились, все-таки решили сегодня заказать. Попробуй. И, короче, надо попробовать, оно и не оно. О, хорошо, Коля, остро. Ты знаешь... Я бы хотел сказать, что практически оно. И слушай, и не так остро. Полина очень любит вот этот острый бульон. Его просто невозможно не любить. Ой. Нет, ты знаешь, я бы хотел сказать, что все-таки что-то рядом. Тоже вкусно здесь.
Бульон очень вкусный. Это кажется острее. Так, теперь пробуем рыбку. Что такое мигает? Включили вентилятор, поэтому все мигает. Рыба без костей. Просто тает во рту. Я думал, она, кстати, с костями, потому что есть такой прикол, если рыба дешевая, то она с костями идет и так далее. Здесь, похоже, рыба не дешевая. Рыба речная, без костей. Очень вкусное блюдо. Я думаю, что приятного аппетита, да? Угу. Все такое. А не факт, что она речная, кстати. Жалко, что, конечно, Вероника с нами не пошла. Но придем, похвастаемся. О, ребята, как мы наелись. Я так давно что-то не ел вкусненько. Вообще, прямо вкуснятина. А, кстати, народу, посмотрите, все больше и больше, да? Причем здесь все занято. Все столы заняты. Сейчас поедем, доедем до Лены, до Вероники. Расскажем, как у нас было вкусно. И что будем делать-то? Не знаю, спросим у Лены. Может, общем, покатаемся на байках, может, погуляем с детьми, потому что дети просили шалкау. Мы, конечно, сегодня не готовы уже шалкау кушать. Ну да, можно, в принципе, покататься на байках. Погнали! Вы уже тут. Здрасте. Здрасте. Я только получила от тебя. Я думала, вы только выехали. Ну, как вам вообще здесь живется? Нам прекрасно. А вам? После толченочки с сосисочками. Вообще прекрасно. Еще салатик был со сметанкой. А десерт? А вот без десерта. Вы ну, наш десерт. Ну, маленечко подразниться можно, ну так клево было. Вообще. Ребят. Ну подразнитесь, что? Можно, да? Я, да, ну. Гастрономический оргазм. Ну прям вышли такие из ресторана, такие. То есть я молодец, да, что вам его порекомендовала? Да, спасибо. Пожалуйста. Мы, кстати, об этом сообщили, что ты по твоей рекомендации мы туда сходили. Я, правда, там сама ни разу не была, но я рекомендовала. Но ты по лицам нашим видишь, что все там нормально, да, было? У вас все случилось. Рыба вкусная вообще. Это санцелибра? Да. Ну, дороговато. Чего там заплатили? 300. 300. На пятерых и на шестерых вы также заплатили, просто мы... У нас очень много, да, осталось. Много сыра, да, у нас осталось, и мы объелись, короче. Она не жалеешь? Хотела быть со мной. Мы знаем. Не жалеешь? У нас так вкусненько было вообще. Мне бы не понравилось точно, я уверен. Нормальный, худой. Алло, так видно. Вот так. Май больше всего понравилось. Ника, как тебе? Ну вот смотрите, мы всем нашим семейством уселись на этот большой байк. Комфортно вам сидеть? Да, вообще отлично. Вообще круто, да? Ника, тебе комфортно? Мне, главное, его комфортно. В общем, мы поехали покататься по нашим старым местам. Лена, он с детьми уже уселись, поехали на свой вот бензиновый байк. В общем, поехали! Покатались так хорошенько. Жалко, что там дорога, в общем, была перекрыта. И мы, в общем, к вечеру приехали на рынок. Взять себе фруктов. И рынок, как оказался, работает еще. Посмотрите, время уже. Пол восьмого. Рынок до сих пор работает. Можно купить мясо, фрукты, короче, все, что необходимо. Взяли себе вот такой громадный арбуз. Катя сама выбирала. 36 юаней вышло. Сколько килограмм? Получается 7 килограмм. 7,5.